Здравствуйте! Вы смотрите последний выпуск экономических новостей на этой неделе в студии Марина Генералова. Восстановление экономики еврозоны ускорилось в четвертом квартале прошлого года. Согласно первичной оценке Евростата, объем внутреннего валового продукта увеличился на 0,3% в квартальном исчислении, обогнав прогнозы роста на 0,2%. По сравнению с четвертым кварталом 2012 года ВВП повысился на 0,5%. Отметим, что хотя улучшение наблюдалось в течение всего года, подняться выше нуля показателю удалось лишь последние 3 месяца. Аналитики предполагали, что годовой показатель увеличится на 0,4%. ВВП Германии, составляющий примерно 1/3 от общего объема ВВП стран еврозоны, вырос на 1,3%. Отмечено улучшение и во второй крупнейшей экономике блока Франции, где показатель поднялся на 0,8%. В Италии ВВП снизился на 0,8% в годовом выражении, но все же вырос относительно третьего квартала. Евро в паре с долларом протестировал уровень 1,3710 цента США, обновив максимум этого месяца. Но вскоре котировка снова снизилась. Через час после публикации торги проходили в районе 1,3695 доллара. Несмотря на явные признаки улучшения, темпы восстановления в еврозоне намного ниже, чем в США, Великобритании и Японии. При этом безработица остается очень высокой, а темпы инфляции стремятся к нулю. Для перехода к уверенному росту блоку потребуется достаточно много времени, так как проблемы в Южной Европе по-прежнему тормозят развитие. Ну а на этом у нас все. Оставайтесь с нами, чтобы быть в курсе самых важных новостей в мире экономики. Всего вам доброго!